Азбука с Машей. А давай напишем эту букву. Нам нужны фломастеры. Кто нам их сегодня привезет? Спасибо! Достанем фломастер из коробки. Печатная «Ц». Письменная «Ц». Буква «Ц». «Ц». Заглавная «Ц». «Ц». Маленькая «Ц». А какие слова на букву «Ц» ты знаешь? «Ц» – цапля. «Ц» – цыпленок. «Ц» – цветок. Привет, Пома! Интересно, куда он поехал? Какой красивый цветок! Ой-ой-ой, что случилось? Цветочек вянет, его надо полить. А на небе ни одной тучки. Держись, цветочек. Здравствуй, Пома! Пома, цветочек вянет. Его нужно полить. Здорово! Пома, у тебя есть лейка. Только в ней нет воды. Как же быть? Здорово придумал! Пома, ты привез воду? Отлично! Давай польем наш цветок. Молодец, Пома! Спасибо тебе за помощь! Пока-пока! А где здесь буква «Ц»? У тебя получилось! Отлично! А после буквы «Ц» идет буква «Ч».